Многие сейчас в своих сердцах скажут, крови дела армантес, Господь, ты никогда так не говорил. Я скажу, кровадула арманса, кремене эсен. Я хочу услышать славу. Я хочу услышать благодарение. Ла амен кромен сакде лебеде алдера гейсен. Я не хочу, чтобы вы просили кроманту романе алдера минес. Ибо я изведал ваши сердца, и я знаю каждого, в чем имеет нужду. Я не хочу слышать слов алманта рамине гейсен, ибо не нужно мне сейчас. Ла грамен алдера минес, открой свое сердце. Ла амен кроминес, ла гребен энта ла гейту раминес. Закрой разум свой, арманту раминес, и воздай славу мне, арманту раминес, Богу живому. Богу твоему, Богу Иегове, кровату ламен алтен, воздай славу, ибо я достоин. Я хочу услышать славу из твоих уст, кровату алтен. Ты просишь и просишь, кровату алтен. Но сегодня я хочу услышать славу. Я Бог ревнивый, кровату лейдес. Я хочу славы, славы из твоих уст, кроведу лайде раминес, олбады кроведе эсен, посвяти мне это, кроведу лайде, это время, посвяти славе моей, кроведу лайде романтус, олбады кроведу скребеде эсен, ибо я так близко возле вас, кроманту ламинес, и осветил уже давно вас, кроведу ламинес. Улыбаты Кэссен, не слышу вас, Крабиды Эссен, не простите, чтоб я услышал, потому что я уже давно услышал, Крабиду Лайдер, ибо я знал, Крабиду Алсен, о чем будете просить, о чем будете молиться, Крабинес. Я дал вам уже ответ, Крабиду Алсен, почему снова повторяете, Орманта Ламинес. Я Бог, я Отец ваш, и хочу дать вам предупреждение, так как Отец предупреждает своих детей. Ла амен кламинес, вы под благодатью, кроваду ламен алтараминес. И можете расслабиться, ла абаду кромен элтен опуститься и сказать, Господь сказал, что благословит, что все будет хорошо, кроведу алтен. Вот я приду погреюсь, кроведу алтен. И возле кого-то, кто-то вымолит меня, кто-то будет молиться, а я могу немного ослабеть, кроведу алтен. Нет, этого не будет. И я, кроведу алтен, изведал сердца и знаю, кромену алтен, что есть некоторые кроманту раменес не на этом месте. Ло амен кроминес, что допустят эту мысль в свое сердце. И потому говорю для тех, олда грамен салманы ботес, не будете греться, олда рамины гету романтес у кого-то. И кто-то не будет кроменту алтен вымаливать вас. Олда грамен алтен, а вы будете позволять себе нечто другое. Нет. Когда будет смирение, смиренный дух, ла амен круманту раминес, жертва, лумен краменту рамини гесен, крумини эсен, повиновение, один на один со мной разговор, олвене гесен, углубление в слово мое, когда будешь искать лица моего, Алвады Гесен, вот тогда исполнится эти обетования в твоей жизни. Я буду иметь, Крабеду Алсен, дело с каждым, не в общем. И потому я еще раз предупреждаю, так как своих детей. Будьте осторожны, Крабеду Алсен, ибо враг уже замыслил, кроминтус, и стрела уже наготове. Именно в этом. Олда грэмон салман и гэсен, а потом скажут, Господь, ты же обещал, ты же сказал, кромантус, что мы под помазанием, что мы под благословением, под великою твоею силою, а почему же поражение, кроманту раминес? А посмотришь на свои дороги, олда грэмон, свернул, Крамин Элтон, Оле Гремен, значит, отнято на время благословения. Ла амен Краминус, идешь твердо. Ла амен, хоть и тяжело, борешься, но все равно, Крамин Элтон, падаешь, встаешь, идешь, прилагаешь усилия, и будет благословение, и будет, Крамин Элтон, и силы в
силу переходить, крови Алтер. А если ты дашь себе послабление и скажешь, да и так все хорошо, Господь ободрил нас, все хорошо, крови Алтер. Можно чуть-чуть отойти, можно немножко послабиться. Нет, потому что то время, что грядет, не дает послабления. Нет. Нет, нет, дети мои, кровью Алтер, нету вам послабления. Это слово подкрепление, но не разрешение послабления, кровью Алтер. Сейчас, кровью Алтер, Аминес, я хочу, чтобы вы прославили меня, я жду хвалы. Лаам кровью, буду учить еще вас и буду открывать. Отеремен алтаре бидегезе, и буду подготавливать ваши сердца к более глубокой истине. Алмене алтен аваочи, аминь. Олде гремен сурмине элтен, но время безопасное идет, кровет элтен, и тяжелое. Олтер аминес, все исполнится, дает то, что я говорил в предыдущем слове. Придет в исполнение все. Албеды Грайдес. Некоторые смеются и говорят, а как будут входить в дома? Албеды Гетин, я не дам разрешения. Ты не дашь разрешения? Тебя спрашивать не будут. Олтараминес, и сегодня я об этом предупреждаю. Награмен Турабиде Гетин. Некоторые будут бессильны что-либо изменить и что-либо сделать. Но дети мои, кромену алтен, будут в укрытии. Лаамену креведес крабиду лайдес, найдет крабиду алтера бидеготес покрытие великое кроманту ламинес на дома детей моих. Олде грабаду готере бедес крабиду готере манта ламинес облака. Облако и огонь моего благословения сойдет и укроет дом. И не будет повеления прикасаться к дому детей моих. Олде гребеде глауса кентамен готес. Так как я давал повеление мазать косаки кровью агнца краментус, и те, кто повиновались, обошло их, крабиду асен, обошла казнь. Так же само будет и этот раз. Ламине эсен, мое предупреждение для моего народа. Я дал повеление, крабиду асен, и когда я скажу, вы должны это сделать. Но ама готы эрванса глэ орменце кимин анту ламинес, тогда сойдет облако, тогда сойдет огонь, тогда будут жертвы в домах Олбаве Левиде Грейсен, и эти дома будут под кровом моим. Олде грамен сантес, так будет, так будет, так будет, и аминь. Олде грамен самим клобеде эсен, деньги не помогут. Олде рейсе кентамен, связи не помогут. Друзья не помогут. Но аду гребедес кремен эту, реглейса крамен эсен. Тот светильник, тот запас масла, который ты имеешь и будешь использовать. Никто не выморит тебя, олде краменес, потому что цель будет только каждый сам. Крамену эсен за себя. Но амену орминес, послушайте, как глубоко я открываю. Но амен кроманта лагеста кранин элманту раминес. Будьте благодарны велико и принимайте, крабиде эсен, то, что я даю с руки своей. Ибо дух мой, кроманту лайдес, ходатайствует о силе для вас, олбаде краминес, об укреплении для вас, олде грамен саминес. Я знаю, что вы многого не понимаете. Ла амен краминес, и допускаете, что Бог ты жесток. Ла амен кровиде элта ламинес. А ваши родители с вами, крабеду алтен, кемен элтен, когда нужно, они наказывают вас. Когда нужно, говорят строго, чтобы к вам дошло. Ла аму крабиде элтен, а когда нужно, поощряет вас. Албаду крабиде элтараминес. И как любят, как нежно обнимают. Олвен элтен, а теперь представьте, как я обнимаю вас.
Во сколько раз много больше обнимаю я вас, детей своих, Кривидо Элсен, каждый. Представь, как родитель его обнимает Кривидо Элсен. А теперь представь, как я, Бог, обнимаю тебя. На Аману Крамин Элсен. И когда ты плачешь, неужели я не приду? Неужели, когда душе твоей тяжело, я не обниму тебя? И я не посещу тебя. О, да, Кривидо Элсен. Как часто ваши родители не могут помочь. Они хотят, но не могут помочь вам. А я Бог. Я помогаю Кривидо Элсен и вытягиваю вас. Албаду Кейсен и несу на своих руках, в своих Кривидо Элсен руках. Вы находитесь каждый в моих руках. И когда нужно, я поднимаю вас над проблемами, над землею. Уразумейте это и будьте велико благодарны, велико не ропщите, Кривидо Элсен Кейсен. И говорите о великой милости. О великой моей милости, Кривидо Элсен, потому что вы не заслужили ничем ее. Кламин Элсен, но любовь покрывает многое, Кривидо Элсен. И жертва моего сына покрыла ваш грех. Олда Крамине Анталанинес и открыла вам двери спасения, двери новой жизни, Кривидо Элсен. Оды Грейтес и поместите сила в мои руки, под мою защиту. Будьте благодарны. Аминь.